Друзья, всем привет! Всем доброго времени суток. Пожалуйста, пока ждем, пока все присоединятся, поставьте плюсики, если меня слышно, если у нас со звуком все хорошо. Давайте проверим обратную связь. Жду ваши плюсики. И будем начинать эфир. Ну что, вижу, все готовы. Поехали. Всем привет. Друзья, всем привет, всем здравствуйте. Всем доброго времени суток. Очень рада вас всех видеть. Плюсики, вижу, все у нас очень много людей присоединилось. Сегодня у нас такой эфир, я бы сказала, для начинающих. Мы периодически, для тех, кто у нас в группе давно занимается, я периодически такие эфиры провожу, потому что очень много вопросов от вас поступает, какие краски нужно покупать, какие краски нужно использовать, что с чем смешивать. И у многих, то есть вы приходите в магазин, видите, да, вот такой большой-большой ассортимент материалов. Всем привет! Всем привет! видите большой ассортимент материала, у вас начинается паника. То есть вы не знаете, что вам нужно купить, какие нужно купить, какие фирмы, какие марки, какие краски, какие цвета и вообще, что же с этим совсем делать. Напишите, пожалуйста, кто у нас в эфире сейчас... Давайте, те, кто у нас новички, ставим единички. Те, кто у нас занимается уже там недавно ставим двоечки, и те, кто у нас прям давно-давно ставим, давайте пятерочки, вот это от одного до пяти поставьте ваш, как вы считаете, ваш уровень знаний, какие краски нужно использовать, как давно вы занимаетесь, напишите, пожалуйста, в чате. А я вам пока открою, так, жду ваше сообщение, пишем в чате, кто сколько занимается декором, чем вы занимаетесь, кто-то занимается декупажем, кто-то к нам пришел из живописи, Вообще очень много людей. Каждый день я смотрю, очень многие приходят. Так, вижу. Татьяна, двоечка. Елена, пятерочку. Единички, двоечки. Единички. Всем, всем, всем привет. Елена, привет. Очень рада видеть. Всем здравствуйте. Владимир к нам присоединился. Так, единички, троечки. То есть кто-то пришел новенький, кто-то пришел уже давно занимается. Есть такой круг стандартный, называется он круг Итана. Вообще, на самом деле, цветовых кругов очень много, и цветовидение очень такая обширная тема. Так, единички, троечки, двоечки. То есть, очень много новичков, и ну, у многих из вас возникает... То есть, мне очень часто в личные сообщения поступают запросы, на марафонах поступают запросы. На всех марафонах, которые мы проводим, если это касается живописи, цвета, рельефа, мы всегда разбираем, какие нужны цвета. То есть я делаю прям отдельный эфир. Или там по ходу росписи делаю предварительные выкрасы, где показываю, какие мы краски берем, с чем мы их смешиваем. И стандартно я всегда говорю, что мы берем три цвета. Красный, желтый, синий. Всем привет. И эй, на этих цветах можно составить все остальные. То есть увидите цветовой круг, в серединке стоит три базовых цвета. Я с вами давно, чему очень рада. Ну, а, но окрашивание... Ну почему? Нет, Анжела, вы, у вас все хорошо. Так, значит, о чем идет речь? Всегда мы берем три цвета базовых. У нас желтый, красный, синий. И смешивая эти цвета, мы получаем вторичные, третичные. Сейчас мы это все попробуем, разберем. Делаем сначала выкрас по цветовому кругу. Вот, а потом уже дальше пойдем. И давайте посмотрим. То есть я сейчас возьму основные три цвета. Из этих трех цветов смешаю оттенки вторичные. То есть, ну, допустим, мы берем с вами желтый цвет. Смотрите, желтых у нас много разных, много разных оттенков. Я беру желтый средний. То есть есть желтый, э, вот этот средний. То есть есть желтый у нас э, там светлый какой-нибудь, лимонный, средний и есть желтый темный. Вот я возьму сейчас желтый средний цвет. Прям на... Ага, он у меня еще новый не распечатан. Сейчас в этот момент новые краски. Немножко его ставлю. Прям на... Ну, чтобы не тратить потом время на палитру. Так, желтый пока откладываю в сторону. Дальше из синих, ну, мы возьмем тоже какой-нибудь синий. У меня есть голубая ФЦ, есть вот просто синяя краска. И я ее тоже сейчас аккуратненько. Где вам Аккуратненько. Ну или давайте возьмем вот эту синюю. Это Сюда мы ставим немного синей краски. На самом деле мы их сейчас будем все выкладывать, перемешивать. Желтая, синяя. И дальше мы берем с вами красную. Я сейчас возьму красную, но красные у нас бывают разные. Вот у меня есть краплак. Я возьму вот такую розовую. Почему розовую? Потому что сейчас мы начнем смешивать, и вы увидите как у нас розовая краска. Почему розовая, почему не красная? Я возьму вот такую розовую. Ну и, в принципе, сюда же можно сейчас будет добавить какие-то красные. То есть базовые три цвета. Ладно, давайте начнем с этого. То есть у нас есть три базовые красочки. И если я беру кисточку и беру желтую, то есть вот по моему цветовому кругу, беру желтую, добавляю туда чуть-чуть розовая, то у меня получается красная краска. То есть сначала, если я добавляю чуть-чуть, у меня получается оранжевая. Если я добавляю больше, то у меня эта краска становится прям красненькая. То есть видите, да, меняется цвет. Если мы будем добавлять еще больше розовой, у меня будет добавляться еще больше оранжевой. А если мы в этот цвет добавим больше желтой, то у меня получится такая вот желто-оранжевая. То есть если мы сейчас будем смотреть по моему кругу, то у нас с желтой и красной мы можем сделать оранжевую. Можем из нее сделать, то есть вот здесь у нас будет желтенькая, вот здесь у нас будет оранжевая, и здесь у нас плавно все это будет приходить прямо в красный цвет. Цвет у нас меняется. То есть покупать э, кучу всяких разных оттенков, э, желтая, оранжевая, разные оттенки оранжевой, не надо. Вы берете желтую, э, какую-нибудь краску, называется маджента, которая в идеале, которая должна быть но э, все краски которые у нас есть они у нас содержат свои пигменты и поэтому разные желтые и разные розовые разные они будут давать смесь от разные цвета мы об этом сейчас тоже поговорим дальше давайте смотреть у нас есть синяя краска и мы в эту синюю краску берем и добавляем розовую и получаем с вами фиолетовый цвет если мы в этот оттенок будем добавлять больше розовой он у нас будет такой больше в розовый уходить Соответственно, если мы в этот оттенок будем добавлять больше синий, у нас эта краска становится темно-фиолетовая. Вот, у нас тоже получается с вами такая большая-большая палитра то есть цвета, то, что можно намешать между собой. Напишите, видно ли я могу сейчас... Вот. Дальше та же самая история. Я беру желтую и смешиваю синий. И какой у нас цвет получается? Пишем в чате. У нас получается, соответственно, зеленый. То есть это школьный курс рисования то, что мы проходили в школе. Если мы сюда будем добавлять больше синий, у нас будет темно-зеленая. А если мы сюда будем добавлять в этот цвет, то есть, видите, я больше синий добавляю, у меня получается темно-зеленая. Если мы сюда будем добавлять больше желтой, у нас получается о, салатный цвет. Получается, что тоже нам покупать зеленую краску не обязательно. Вы можете всегда краской смешать. В каких случаях я рекомендую краски покупать? То есть, если вы делаете какие-то большие объемные вещи и вам нужно... Не видно, а, понятно, да, вот с этим. То есть, если вы красите какие-то большие вещи объемные, вот у нас домик у меня здесь есть, домик я в кадр не буду пока, хотя показать. То есть, если вы красите какие-то вот такие большие объемные вещи и вам нужно вам нужно взять и сделать прям вот, чтобы у вас полностью была вся работа покрашена и ну то есть не делать там большие замесы не, ну неизвестно там сколько краски уйдет то есть можно брать готовые цвета и этими готовыми цветами то есть красить основу и потом в них добавлять какие-то оттенки для того чтобы у вас получилось там то что нужно но если у вас прям вы хотите чтобы у вас был там такой оранжевый такой оранжевый то есть какие-то вот такие вот места акценты расставить то это можно сделать на палитре из того что у вас есть не надо покупать все 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 прям то есть понятно да если мы там красим большую заготовку прям большую какую-то заготовку то вы просто берете готовые краски и этими готовыми красками ее все покрываете а, то же самое домики сейчас наш домик Домик под кисточки мы вчера буквально его закончили, мы его красили. То есть я брала здесь готовые цвета и я уже знаю, какие у меня есть выкрасы, я уже знаю, какие у меня это у нас в донатах домик в донатах и вот этот и проб под кисточкой донатах. То есть я да я показываю на эфире, как смешать все эти оттенки, но при этом я показываю, то есть я беру готовые цвета. Когда вы умеете уже смешивать? то можно мешать и вот добавлять в них там, тут такой цвет, там такой цвет. Ну, понимаете, да, стоимость на красочке. То есть, если вы только начинаете... Так, кто хочет домик? <сíck> Домики. Идем в донаты, у нас там много интересного. То есть, если вы только начинаете, и у вас еще вы не знаете, что начинать, вы идете в магазин. Всем привет. Да, все попали на эфир. Вы идете в магазин и берете для себя три краски. 35 то есть вы берете желтую какую-нибудь средненькую то есть смотрите да что у вас желтенькие есть вот потемнее посветлее вот разные разные оттенки там желтых есть вы берете желтую среднюю вы берете какую-нибудь э, ну или красную можно взять красную сейчас давайте я вам с красной смешаю покажу как ведет себя если мы поменяем этот цвет на другую Ну, я бы советовала взять и красную, и розовую, то есть какую-нибудь вот такую мадженту, и тоже взять также красную красочку, потому что красные и разные краски, у них разные пигменты в составе, и при смесях они будут по-другому выглядеть. То есть, если я сейчас возьму эту же желтую, вот, и давайте мы эту желтую смешаем теперь с красной. Я начинаю смешивать, у меня получается оранжевый, но у меня оранжевый получается уже немножко другого цвета. Ну, вот где-то они похожи, видите, где-то они похожи. Вот. а где-то вот красный у меня будет уже другого цвета, такой красно-оранжевый. Если я сейчас возьму, э, помимо этой красной, а если я сейчас вместо этой красной возьму, допустим, краска, вот у меня есть карминовая, я прям из пузырька беру, смешиваю. Если я беру кармин и смешиваю ее с желтой, то у меня получается еще один цвет. То есть он будет отличаться от предыдущих. То есть разные красные дают разные оттенки. Если я, допустим, возьму вместо этого красного, возьму краплак, то есть у меня желтый один, а красный я меняю. Я беру краплак. И в краплак добавляю этот же желтый. То у меня получается еще один оттенок цвета. Но это уже мы совсем с этим экспериментируем, когда у нас есть базовые цвета, и мы примерно понимаем, что их можно смешать, то есть вы можете взять и вот из этих желтый, розовый или красный и синий, смешать себе нужный оттенок. Так, дальше поехали. Если это у нас по. Ну, они все у нас такие яркие, насыщенные. Если вам нужно сделать из этого цвета какой-то пастельный, какое-то что-то светленькое, поменяю себе салфетку то мы в эти цвета базовые добавляем белила. То есть я беру, вот у меня уже там намешана какая-нибудь смесь, пускай вот фиолетовая. Я беру в эту смесь, добавляю белила, и у меня получается вот такой какой-нибудь нежный, нежный, нежный вот такой. Если я там больше добавлю в эту же смесь, вот, вот в, в, в больше фиолетовую белила, естественно, она у меня становится более светлая. Ну и та же самая история, то есть если вам нужно краски высветлить, то меняется солнышко, меняется в кадре цвет. То есть, если вам нужны какие-то пастельные оттенки, вы берете эти же цвета, в эти цвета просто добавляете перила, и у вас получаются вот такие нежные оттенки. Так, и напишите мне сейчас на этом этапе, какой краски, то есть у нас есть желтые, красные, зеленые, фиолетовые, какой краски у нас на палитре еще нету, что мы с вами еще не смешали. То есть вот из этих трех цветов мы с вами можем смешать весь спектр, кроме чего здесь нету. Так что от вас в комментарии ответы. Вот. ну, это точно так же, если мы возьмем там белила с зелеными, темно-зеленым у нас получается один оттенок. И если мы берем белила и вот с таким салатным будем смешивать, у нас получается уже вот такая зелень. То здесь можно поэкспериментировать, намешать, намешать, и получается вот То есть наш цветовой круг весь он здесь есть. А, какого цвета нету у нас на палитре? Жду от вас ответ. Кто напишет первым, интересно? Да, were, да, да, да. Um, коричневый да у нас нету коричневого цвета на самом деле коричневых цветов тоже очень много то есть они есть всяких разных оттенков но мы сейчас к ним плавно плавно подойдем и коричневый могут быть. А черного тоже нету да давайте сначала про черное а потом про коричневый а, как мы краску утемняем то есть допустим есть у вас бежевый бежевый можно получить тоже можно его намешать у нас нету сейчас черного цвета на палитре. Это номер 1, И второго цвета, которого у нас нет коричневого. То есть, если мы берем черную красочку. Буду ее тоже подмешивать. То есть, если мы с вами все вот эти краски, наша смеси, Всем-всем-всем привет. А как смешать серый? Да, серый мы смешиваем. Соответственно, берем чер... белило и берем черный. У нас получается с вами серый цвет. Про серые мы сейчас тоже поговорим, что можно делать с серыми. Белый с черным смешали, у нас получается такой вот прям серый цвет. Ну, больше черного, понятно, будет темно-серый, больше белого будет светло-серый, но э, я серые люблю уже готовые, потому что ну, я их в своих работах использую. Буквально вчера показывала эту работу. вот Она у меня под рукой, вчера девочкам показывала на то есть я в своих работах люблю серые готовые. То есть я не намешиваю. Если мне нужно там что-нибудь вот с такой гаммой писать, я сразу пишу. То есть беру серый цвет и в серый уже подмешиваю какие-то оттенки. А еще очень красиво, когда у вас разные оттенки серых и вы их в работе пишете работу. То есть я уже знаю, какую гамму у меня будет работа. То есть ну не намешиваю, это все вручную. а Беру какие-то готовые оттенки. Я так тоже делаю. Так. Поехали дальше. Значит, если нам нужно сделать краску утемнить, то есть сейчас они у нас все вот такие яркие. Если мы добавляем белила, они становятся светлыми. Если нам нужно сделать их темными, то мы туда начинаем добавлять э, краску потемнее. Допустим, я беру вот свою такую оранжевую, добавляю сюда, у меня кисточка грязная, добавляю сюда чуть-чуть черной. У меня получается вот такой цвет. Он будет ну, где-то коричневатый. Но больше уходить еще сейчас в, в оранжевый, темно такой. Темно-коричневатый. Теперь если я беру э, желтую, смешиваю. Очень люблю этот цвет. Беру желтую. В желтую добавляю каплю черной. Добавляем и по чуть-чуть. У нас он получается вот такой зеленоватый. Желтый с черным. Но ну, если я сейчас буду больше добавлять черной, то он у меня будет еще потемнее. И если я буду добавлять туда еще больше черной, он у меня будет еще потемнее, но не, но не чисто черный. То есть если я сейчас возьму здесь, сделаю просто черный мазок, у меня краска будет отличаться. А дальше следующим этапом мы с вами берем синий и в синий цвет. Вот, и в синий цвет, зеленый, наверное, где-то. Вот тоже добавляем каплю черного. И у нас краска становится более темной. Но, смотрите, цвета у нас, первичные цвета у нас желтый, синий, оранжевый. Смотрим у нас сверху цветовой круг. Вот, а вторичные цвета, первичные, у нас желтый, розовый, синий. Вторичные цвета у нас будут э, фиолетовый. То есть синий с розовым у нас дает фиолетовый. Розовый с вторичный цвет будет оранжевый, потому что мы желтый с розовым смешали здесь оранжевый. Здесь мы смешали желтый с синим, у нас получается зеленый. И э, давайте посмотрим, как у нас краски будут вести себя, если мы их будем смешивать. Теперь вторичный цвет будем смешивать с первичным. То есть я беру желтый. Еще раз беру синий смешивая между собой, делаю зеленую краску. Вот она у меня вот здесь сейчас будет такая зелененькая красочка. У меня получается такой красивый-красивый зеленый цвет. Ой, кисть. Вот. И теперь беру этот зеленый цвет и в него добавляю чуть-чуть красный. И у меня зеленый становится такой цвета хаки. То есть у меня зеленый, он э, с вот такого, я беру синий и желтым, смешиваю. Синий смешивая с желтым, у нас получился зеленый. Видим. Если мы много сделаем, чтобы поиграть. Вот. И если я в этот зеленый цвет сейчас начинаю добавлять, вот я розовый добавляю, то есть у меня цвет зеленый меняется на цвет хаки, и если я добавляю больше розового, он у меня становится коричневым. А если я беру опять-таки поиграть, а с вами сегодня игра с красками. Я вам советую сделать то же самое, что и я, взять те цвета, которые у вас уже есть готовые, сделать такие выкрасы, с ними сесть и просто поэкспериментировать. Какие цвета вы можете написать, намешать на вашей палитре. Опять беру этот же синий, беру желтый, смешиваю с зеленым. И теперь в этот зеленый, то есть больше синий добавлю, чтобы получилось ну, более, более темный зеленый. Вот, и в этот зеленый возьму и, допустим, добавлю не розовый теперь, а красненькой краски. У меня получается вот такой красивый цвет зеленый. И он уже не такой, то есть он уже потеплее. То есть если у нас все краски, которые у нас как солнышко, они у нас считаются теплыми, то есть желтые, оранжевые, а все такие холодные, как снег, они у нас считаются, ну, холодными, да, то есть синие там, какие-то фиолетовые, вот, вот, вот эта вся история, она у нас будет холодная. То есть, если я начинаю добавлять по чуть-чуть желто, по чуть-чуть красное в этот цвет, я добавляю чуть-чуть больше красного, у меня получается еще один оттенок. То есть еще у меня получается зеленый, но он уже такой как болотный, и вот он у меня плавно уже начинает переходить в в, такой, в хаке. То есть можно до бесконечности сидеть, намешивать, делать себе вот такие выкрасы и смотреть. то есть вы себе взяли там три цвета, три краски вашей. И делайте выкрасы, там один оттенок намешали, второй, третий. Главное, чтобы вы ну, себе сначала там, на бумажке также сделали, что вы смешивали, допустим, вот этот с этим. И потом в итоге там... Что у вас получилось? Получился вот такой цвет. Так, дальше мы там смотрим. Сюда я там добавлю больше синенького, сюда я добавлю больше розовенького. Но базовые вы себе выписываете. То есть пишите, что, что вы с чем мешали. Если вы сюда добавляете еще какой-то цвет. Ну, третий. То есть, если вы сюда добавляете э, еще какой-то цвет, третий, вы себе также намечаете на листике бумаги э, всю эту историю. Так, теперь смотрим, если мы с вами берем, допустим, оранжевый цвет, уже намешан оранжевый, и в оранжевый цвет смотрим, напротив оранжевого у нас синий, добавляем каплю синего. И при смешивании этих цветов, то есть он у меня становится уже тоже такой коричневатый, меняет свой оттенок. И если я вот этот оранжевый сейчас добавлю еще каплю черного, то у меня получится уже какой-то темно коричневый. То есть все коричневые цвета мы с вами можем это мы мешали. То есть если мы с вами берем желтый, солнышко сразу пропало, синий, красный, смешиваем их между собой в равных пропорциях, то у нас получается какой-то коричневый цвет то есть больше одного там больше второго тоже такие эксперименты их надо делать да. то есть у нас получается вот такие разные разные оттенки коричневых цветов и мы можем как еще мы можем проверить мы можем взять и в этот цвет добавить чуть-чуть белил то есть вы добавляете чуть-чуть белил и у вас уже получается вот такие красивые пастельные там Так, и если я, допустим, беру вот этот пастельный цвет, в этот пастельный цвет и добавляю чуть-чуть больше желтого, то у меня уже цвет получается такой нежный какой-то, вот больше в желтый уходит. Вот. И таким образом мы с вами понимаем, да, что мы с минимального набора набора красок можем смешать все что угодно. Вопрос. А, важна? Нет, последовательность не важна. Последовательность не важна, но очень важно, чтобы вы делали такие эксперименты для себя. То есть, чем больше вы играете, вот так, берете ваши материалы и больше с ними начинаете играть и экспериментировать, тем. Этот цвет мне не нравится, у меня блестники. То есть, чем больше вы экспериментируете, тем лучше здесь как в, ну, нету как в салате да то есть без разницы там что зачем вы добавляете если стандартный салат главное чтобы вы знали каких продуктов каких ингредиентов сколько нужно положить вот то есть э, вывод из всего из этого желтый желтый синий примерно вот такого цвета то есть синий который у нас был базовый синий вот и базовый с солнышком Раз и пасмурно сразу стало. Базовый синий. И мы берем или вот такой красненький, или мы берем как, вот, вот такой. И желательно, чтобы вы еще взяли где он у меня? вот какой-то вот такой. То есть это те стандартные цвета, которые у нас должны быть в базе. Это для новичков, то есть те, кто только-только покупают. Теперь, а если мы с вами, давайте проговорим про серый и проговорим про то, что если мы берем не тот цвет. Да, про салат поня понятно. То есть главное, чтобы понимать, какие у вас получаются оттенки. А, теперь такой момент: если вы смотрите, ну бывает такое, да, что вы смотрите там на работы кого-то, кто делает работы, и работа смотрятся все стандартные, все одинаковые. То есть ты на них смотришь, и они все. А, круг называется Итона, но круг Итона в, в круге Итона стоит красный цвет. Вершина, то есть три вершины: желтое, синее, красное. Но а, круг Итона а, кругов на самом деле очень много и он не совсем а, ну не совсем правильный может быть тут как бы очень спорный вопрос по поводу него потому что вот эта вершина которая красная она не должна быть красная она должна быть а, больше в розовый уходить потому что розовый именно ну красный цвет получается из если мы смешиваем желтый и розовый то у нас получается красный то есть Первичные это считаются те цвета, которые нельзя смешать, которые у нас идут чистые, которые у нас вот, ну, первые, из которых мы начинаем все смешивать. Вот, так. Ну, считайте, что мы сегодня крухоты, нас с вами разобрали. Какие цвета с чем сочетать? Это отдельная песня, это не на этом эфире, это отдельный эфир будет. Я думаю, что я просто видео сниму и на канал к нам выложу. Поэтому, кто смотрит, подписывайтесь. У нас очень много всего интересного. По поводу сочетания цветов. Теперь по поводу наших работ, то, что мы делаем, и чтобы это все смотрелось красиво, и чтобы ваши работы не смотрелись одинаковыми. То есть у вас может быть там 25 работ разных, но они будут визуально выглядеть все одинаковыми, потому что, во-первых, вы смешиваете только вот те цвета, которые у вас есть, и больше ничего не применяете. То есть нужно экспериментировать, нужно там желтый добавлять. То есть желтый мы можем взять, я сейчас возьму, допустим, желтую лимонную. И вот теперь вместо желтой... Я возьму желтую лимонную и смешаю ее с этой же синей. Лимонная, она имеет другой цвет. Сейчас посмотрю, как будет. То есть я начинаю смешивать, у меня получается вот такой. Она более холодная. То есть сам желтый, он более холодный. И вот с синим, с таким, получается вот так. Вообще, как бы теплые мы смешиваем с теплыми, холодные с холодными. То есть, если о, синие тоже там куча всяких разных синих. Тоже сейчас не будем на это отвлекаться. Сегодня мы с вами только по азам, чтобы вы не запутались. Если я возьму, допустим, желтую вот такую темную, не лимонную, а вот такую ярко-желтую, и смешаю ее с этой же синей, то у меня получится вот такой зеленый цвет. То есть все зависит от того, а, да, цветовидение очень интересная тема. И ну, когда вы только начинаете, очень много информации и, и начинаете смотреть и изучать, начинаете путаться. Чтобы путаницы у нас не было, то есть мы все это постепенно будем разбирать. То есть шаг, шаг за шагом будем там, ролики выкладывать. Мы будем, <laughs> вы будете тоже шаг, шаг за шагом изучать. Постепенно, что с чем, как правильно смешивать. Чтобы у вас получилось. Паники здесь не должно быть никакой. Чтобы закрепить материал, что мы делаем? Мы вы берете краски. У нас на стене пост ВКонтакте. Берете краски, можно подписать, сделать себе выкрас. Здесь у вас желтенькая, допустим, синяя, красная. То есть те марки, которые вы использовали, делаете смеси. Такие же, Рисуете также цветовой круг. Ну, то есть, примерно как на схемке да? желтая, красная, синяя. Делаете выкрасы. И в комментарии к этому видео желательно ВКонтакт скидывать, и мы посмотрим, потому что разные фирмы у разных фирм разные оттенки цветов. Вот, если вы напишите, что у меня там желтый такой-то фирмы, и у меня там с ним вот осенний а такой-то фирмы, я смешала, у меня получился такой зеленый. Фотографию выкладывайте. Другие участники нашего, э, те, кто там смотрит этот эфир, они уже будут видеть результат. То есть вы своим опытом делитесь друг с другом. У нас получается такая большая дружная компания, где вы делитесь тем, какие у вас материалы. Вот. Я вам предлагаю сделать такую, такой процесс, поиграть в эту игру, посмешивать, э, сделать выкрасы, Uh, так, я не динозавр хочу домик. Uh, сейчас расскажу про донаты. Сейчас расскажу. Сейчас мы до них дойдем. Так, теперь давайте немножко усложним нашу задачу и разберем вся со сложными оттенками, которые еще можно делать. То есть у нас здесь сейчас цвета. Черные я сейчас почти не добавляла. Давайте мы разберемся с тем, что можно делать. Вот у нас девочки меня давно просят курс. Но до курса я не дошла, но покажу по поводу оттенков серого. Так, понимаю, когда начинаю учиться у Юли, а, кончился розовый. Я не знала, что мне делать, где его взять, чтобы закончить картину. Да, <laughs> да, да, да. Розовый ⁇ очень важный цвет, розовые разные оттенки. Вот сейчас, кстати, Елена тоже вот очень просит этот курс. Поговорим про серый и про то, как делать всякие разные полутона. То есть вот такие оттенки цветов. То есть у нас здесь серые разные. Серые могут быть потеплее, похолоднее. Вот здесь куча всяких разных оттенков намешано. Я делала готовыми девочкам. Я в донатах рассказывала, как... Сейчас до донатов дойдем. Рассказывала, как смешивать. Сейчас я вам покажу, какие у меня есть оттенки серых. Такие цвета, это краски пипи белые, я их очень люблю. Они как бы не дешевые и, ну, я ими пользуюсь, поэтому, поэтому они у меня есть. Если вы не рисуете каждый день, не пишете, не расписываете, оттенки будет серого мастер-класса, мы не сейчас будут, будут, будут. Мы дойдем до этого. Значит, смотрим на серый. У нас серый может быть чисто серый, может уходить в какой-то цвет, может уходить в коричневый, может уходить еще какие-то цвета. То есть мы из серых оттенков можем, они у нас уже отличаются. То есть сейчас мы смотрим, если визуально у нас серый, это серый. Ну, как бы серый, серый, да, какой-то цвет серый. Но серый э -э может быть разным. То есть, если я смешиваю белый с черным, замешиваю серый цвет, и вы хотите какой-то такой сложный оттенок. Кстати, сейчас еще про умбру поговорим. То в этот серый цвет мы можем взять. Вот у меня получился, я его намешала. Девочки, я извиняюсь, я буду все время переключать камеру, потому что освещение меняется, и в камере в кадре цвет тоже меняется. И я теперь могу взять этот серый и в него, допустим, добавить каплю. Ну, давайте вот так. Это. И у меня серость приобретает такой легкий-легкий оттенок другого цвета. То есть он у меня начинает уходить какой-то коричневатый. То есть уже вот эти цвета, то есть если вы какую-то работу расписываете, вы можете взять серый цвет, добавить туда какой-то оттенок, и он у вас будет вот такой красивый. Потом я могу взять серый цвет и, допустим, в него добавить синенького чуть-чуть. И у меня будет уже серый, более холодный, более И если я в этот серый сейчас возьму, добавлю чуть-чуть белил, то у меня получится еще вот такие красивые пастельные цвета. По поводу пастельных цветов, если вы хотите именно пастельные цвета, то мы пользуемся строительными белилами. Здесь у меня сейчас белила, кстати, по поводу белила еще. Еще одна тема интересная. Белила я в работах использую. Так, со временем цвет немного... Акрил темнеет. Акрил, да, акрил темнеет со временем, поэтому вы делаете предварительно выкрасы, и вы должны понимать, насколько он у вас потемнеет. С небольшим опытом вы начинаете понимать, это первое. Второе, смотрите, вот вы пишете работу, пишем работу, акрил у меня темнеет, то есть я ее пишу, Я пишу работу и я отставляю ее, она у меня должна просохнуть. То есть я написала первый слой, оставляю ее на просушку. Она у меня просохла, после этого я беру какой-то цвет и там или лессирую, или там добавляю более светлый цвет. Опять вы ее поставили, она у вас подсохла, вы добавили туда еще один цвет. То есть вы добавляете, добавляете цвета с межслойной просушкой. Если в масле так нельзя, ну, точнее в масле так тоже можно, но масло оно не меняет так цвет, как акрил. Акварель тоже цвет меняет, да, гуашь там цвет меняет. Вот. И акрил цвет меняет. То есть вы пишете работу, написали ее, поставили, она у вас подсохла, цвета немножко поменялись. Видите, что вам нужно вот здесь подвысветлить? Взяли сверху, вторым слоем подвысветлили, там третьим слоем. Видите, что вам там нужно где-то затемнить? Взяли. То есть э, вот это у нас работа в несколько этапов идет. В каждый следующий этап у вас работа приводит уже в какое-то, ну, в такое состояние, которое нужно. Поэтому делать ничего с этим не надо, просто нужно э, просушить работу и все поправить, что вас не устраивает. Вот. Ну и также предварительно вы, когда краски смешиваете, должны понимать, что после высыхания они у вас будут немножко-немножко другие. Так, значит, серые цвета мы можем намешать тоже всяких разных оттенков. И вот на этих серых можно писать очень красивые, то есть живопись мы пишем. Так, вопросы еще есть? Нет? Жду от вас еще вопросы. И еще есть такая замечательная краска. Смотрите, не все краски можно смешать. То есть, если вы считаете, что все можно намешать самостоятельно, нет, это вообще не так. Потому что э, у разных производителей разные пигменты. И то есть, тот порошок, который идет в основе красок, он. Э, то есть, допустим, вот с охрами это проблематично. С изумрудным это тоже проблематично. То есть изумрудный лучше, если вы его покупаете готовый. А охру охристые цвета тоже лучше если вы их покупаете готовы это вот к этим базовым то что еще можно докупить а, дальше есть такая краска замечательная как умбра причем умбра их есть об это умбра натуральная есть еще умбра жженая она не другого цвета вот также есть сиена натуральная сиена жженая у меня сиена женая а натуральная у меня найду быстро Найду. найду то есть э, оттенки коричневых они тоже хорошо когда они есть то есть можно смешивать можно брать готовые в зависимости от того если у вас живопись то их можно смешать ошибка в начинающих когда вы накупаете кучу красок начинаете их между собой смешивать а они между собой в смесях получается ну немножко не то и там вы не знаете что с чем мешать а у вас их много то есть когда у вас там три ингредиента вы готовите блюдо вы там раз раз там, раз раз там порезали все там салат сложили потом вы решаете там ваш салат добавить но это образно да я сейчас рассказываю решаете что вы хотите туда добавить какого то перчика какую то приправу какую то зеленушку то есть все вот эти вот потом добавления идут после того как вы научились резать помыли порезали сделали что то базовое точно так же как вы учитесь в школе мы сначала приходим учим все буквы потом из букв мы добавляем слоги и дальше мы читаем слова, дальше мы читаем предложения, и дальше мы уже пишем сочинение. То есть здесь та же самая история. То есть тут вот у нас открытый эфир прошел, вы по этому открытому эфиру посмотрели урок, сели, сделали задание. На следующую неделю я выкладываю следующий эфир, вы там делаете следующее задание. И вот постепенно, постепенно, постепенно у вас появляется база знаний, причем у нас абсолютно бесплатные открытые эфиры, появляется база знаний, и вы по этой базе уже можете что-то сделать. Так, ну, я думаю, что всех убедила, да, поэтому регулярно ходим так, на эфиры. Если есть какие-то вопросы в комментарии к этому видео, их можно задавать. Я в следующий раз на них буду отвечать. Так, э, теперь поехали. Если вы хотите сделать какие-то винтажные оттенки, я тоже очень часто спрашивают. Есть такая классная краска, называется Убра. То есть вообще все вот эффекты состаривания красок, вам нужно, чтобы краска шкатулки были винтажные, то есть старая потертая, мы туда добавляем вот такие оттенки. Я могу взять свой серый. Добавляю туда краску. Давайте мы его сделаем чуть-чуть. Вот. И в этот цвет мы сейчас берем, добавляем немножко умры. Если мы ее разбелим, давайте мы посмотрим, какая она у нас будет в разбеле. Мы начинаем читать. У нас получится. она в Она уже создает. То есть э, в серый цвет можно добавить тоже. Я беру свой серый цвет. Всего добавляю каплю. Получается краска, она немножко выцвела. То есть старые все и он Со временем, да, желтеть У меня мой серый превращается в такой уже. Если я беру и, допустим, сюда, вот в этот оттенок, добавлю чуть-чуть. У меня будет э, старый такой, ну, то есть понятно, да, серый мы смешиваем синий, у нас получается серо-голубой. Если мы добавляем туда умбры, то он у меня получается вот такой винтажный. Та же самая история, если мы, допустим, берем желтую краску, добавляем туда умбры, то есть она у меня получается тоже уже краска, не желтая а уже как бы. И вот такими красками очень хорошо там какие-то работы, давать такие эффекты теперь если вы пишете работу и вам нужно чтобы она смотрелась в единой гамме делайте чтобы были уведомления об эфире у нас есть телеграм канал я ссылку под этим видео оставлю да на канале ставите колокольчик колокольчик подписывайтесь на канал ставите колокольчик и эфиры я выкладываю заранее то есть уроки у нас мы все, мы запустили YouTube, уроки на YouTube будут выходить регулярно. Если у нас будут трансляции, заранее я ставлю ссылку, что у нас трансляция. Пропа Сейчас лучше. Сейчас со звуком. Если вдруг звук пропадает, вы мне говорите, потому что я могу немножко от микрофона тут в процессе отойти. Так, то есть э, ставим колокольчик, подписываемся на канал. Будут приходить уведомления регулярно об эфирах. То есть в умбру мы, можно добавлять во все, во, все, во все оттенки, если вы делаете старые, допустим, вы делаете какую-то подрисовку, и вам нужно на вашей салфетке там сделать... Ваша салфетка? Oops. Мне нужно сделать подрисовку. вот И я беру... И вот у меня здесь есть зеленые, есть какие-то красноватые, есть еще какие-то оттенки. Мне надо, чтобы она была у меня такая старенькая. То есть я здесь я буду красить розовым цветом цветочки, и выйти розовый, в этот розовый цвет я добавлю каплю умбры. Если я буду делать, красить там листики эти зеленые, буду писать, я сюда тоже добавлю каплю умбры. Получается, что вот во все вот эти краски, которые я буду использовать, я добавляю буквально по чуть-чуть умбры, и у меня это будет смотреться в едином колорите. Вот, ну, это как бы такая уже отдельная песня, это не за один эфир это не разберешь. Но я думаю, что все понятно. Теперь по поводу домиков, по поводу донатов и по поводу того, что у нас еще есть интересного <laughs> то есть это азы те девочки кто к нам ходят давно они я не знаю по моему уже по 25-му кругу это смотрят вот но очень много новеньких очень много запросов поэтому вы пишите в комментарии что вы хотите какие вы хотите эфиры э, какие у вас есть вопросы по материалам по вообще вот абсолютно по всему так я не представилась вначале, <laughs> меня зовут Самое интересное, что да, в начале все, все нормальные мастера представляются. Меня зовут Юлия Руденская, для тех, кто не знает. Я профессиональный художник, я профессиональный преподаватель. У меня есть супруг Дмитрий Руденский, который профессиональный преподаватель, и ко всему к этому он еще и скульптор, профессиональный, который имеет очень большой стаж. Мы обучаем лепки, живописи. Немножко поздновато, конечно, надо было это раньше сказать. Так. Значит, с цветами мы разобрались. Если есть какие-то вопросы, вы их пишите, мы их отдельно обзор на них сделаем, то есть на материалы. По поводу фирм, брендов, это тоже нужно делать отдельными прям видео. Красок. Да, всегда интересно. По поводу брендов. Брендов очень много всяких разных, и каждый бренд, допустим, вот это у меня Это вообще акрил по текстилю. Это у меня Colorpack это у меня там ладога они у меня выложены отдельно работаем и часто вот ну и так далее то есть фирм на самом деле вот браунберг здесь есть фирм очень много всяких разных и по поводу фирм это отдельно я записываю эфиры чтобы показать чем отличается один бренд от другого чем все так это то что вот еще я люблю очень пибео, но пибео они не дешевые и небольшие но опять-таки тут то есть отдельными эфирами мы с вами все материалы посмотрим обзорами. Так, теперь дальше по поводу того, что у нас есть интересного. У Димы с 20 числа, с 20 марта стартует курс. Вот такой замечательный курс. У Димы стартует курс по вот такой лепной композиции. Курс рассчитан на тех, кто... Курс подходит для тех, кто никогда не лепил. Если вы вообще никогда никогда не лепили, то вы придете на курс и пошагово, так же, как я рассказываю вам про краски, Дима точно так же обучает лепке. То есть пошагово, шаг за шагом, как вылепить один элемент, второй элемент из них, собрать пензель, один элемент Второй элемент, так, где покупайте краски, краски везде. Краски я покупаю, мне попадается что-то интересное, и я всегда покупаю. В магазинах, на Валбересе то есть вообще везде. По поводу курса рассказываю. Если вы никогда не лепили, вы такую композицию вылепите. Значит, у нас есть. Точно так же: скатали шарик, с шарика скатали колбаску. У нас очень много открытых эфиров. Зайдите, посмотрите. Эфиры очень подробные, они не быстрые по времени Но там прям вот разложено по полочкам, что мы делаем, зачем мы делаем, в какой последовательности и для чего То есть полностью все уроки, на уроках мы это рассказываем Те, кто только новенькие приходят, рекомендую, посмотрите открытые И после открытых записывайтесь на курс Сейчас у него цена 3 700, но это предзапись цена будет повышаться. Каждый день у нас цена немножко-немножко повышается, поэтому если хотите... 60%. Да, это скидка 60%, то есть если вы хотели, хотите по сниженной цене, то записывайте сейчас. Ссылочка под этим видео есть, оплачивайте, после оплаты пишите Дмитрию Руденскому, вам письмо на почту придет. И заходите в курс, будет проходить в закрытой группе в ВК. Доступ ко всем урокам у вас остается. Если вы никогда ничего не делали руками, можете не бояться, смело приходить. Все уроки у нас проходят с обратной связью. И есть чат по марафону по каждому. И как проходит обратная связь? То есть Дима вам выходит в эфир, проводит урок. На уроке рассказывают все подробно от и до. Вы делаете работу, делаете там какой-то элемент, который вы сейчас лепите. Вы вылепили этот элемент, после этого вы его фотографируете, выкладываете в чат. Он в чате смотрит и говорит вам, что нужно поправить. Здесь колбаску перекрутить, здесь перекатать. Если у вас не получается, он вам также выходит в открытый эфир и с каждым, кто приходит на марафон, он работает. То есть он каждому показывает, там вот у вас там вот это неправильно, нужно переделать, показывает как. То есть все участники, все, кто на марафоне, все получают там 24 на 7 у нас обратная связь. То есть он все время в чате, все время с группой и все время все рассказывает, объясняет. Так что хотите вот такую шикарную композицию видеть у себя дома своими руками, приходите. Так. Вопрос с акрил по текстилю. Да, акрилом по текстилю можно пользоваться. Чем он отличается? Он немножко другой вязкости. У меня он появился случайно, абсолютно случайно, буквально после Нового года. И я им уже пользуюсь, мне он нравится. Так, у нас замечательные уроки, благодаря. Да, 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 у нас замечательные уроки все, кто к нам приходят, у всех все получается. То есть со всеми все прорабатывается, проговаривается, показывается. То есть не так, что он там выложил уроки, вы там посмотрели, скинули, он вам коротко там два слова сказал. Нет, такого нету. То есть у нас все от до подробно, подробно. Вот как я вам сейчас, там какие вопросы, там что с чем. На все вопросы ответы получите. 3700 – это стоимость по предзаписи. Дальше цена будет выше расти. Поэтому записывайте сейчас. Это по поводу того, что проходит у Димы. Что проходит у меня? Сейчас я вам... Что проходит у меня? Значит, у меня с... со следующей недели... Кто... Кто просил домик, рассказываю, что у нас было. В донатах в прошлом месяце у нас было... были вот такие работы. У нас был вот такой домик. ВК-донаты это есть... Крышка снимается. Сейчас вам покажу. ВК-донаты это... В ВК есть такой клуб... В ВК есть такая функция, называется ВК-донаты. То есть такой клуб, где, эм, закрытая группа, где постоянно регулярно проходят эфиры. Эфиры стоят полторы тысячи в месяц. У нас там порядка 30 уроков уже. То есть там есть вот... Домик. Это у нас тоже была серия открытых эфиров, ой, закрытых, точнее, эфиров в группе, в донатах. Дима лепил, я расписываю. Это вот последние работы, которые мы делали. Стоит участие в клубе полторы тысячи, но за полторы тысячи вы, во-первых, получаете уже кучу мастер-классов. То есть эти домики там уже есть загружены. Там куча цветочных всяких работ, мастер-классов. Там сейчас покажу, покажу. Значит, домик это раз, то что у нас есть в донатах. Он у нас вот такой, он открывается, закрывается, вот такая коробочка. То есть полторы тысячи вы платите и потом нет, вы, платите, вы всего платите полторы тысячи в месяц, и вас на месяц запускают, у вас доступ ко всем этим эфирам. А для чего мы сделали ВК-донаты? У нас очень много, в, то есть регулярно выходили какие-то небольшие мастер-классы, вот как с домиками, там, баночки всякие, то есть регулярно выходили. И нам каждый раз нужно всех добавить в группу, проверить оплату, то есть все это было долго. В итоге мы вышли на то, что мы сделали клуб, и у нас в клубе постоянно идут какие-то работы. То есть вчера мы закончили этот домик, Это мы делали с вами вчера. доделали уже, с работы дописали. Единственное, девочкам я в понедельник выйду в эфир. Точно так же прямые эфиры. Я выхожу в эфиры, и в эфирах мы вот вместе клеим, вместе, то есть что-то делаем в записи. Я потом просто по пунктам показываю быстро. Что-то я показываю прямо в эфире, как что смешать. То есть все вопросы, вот там возникла какая-то идея, давайте сделаем. Мы там хором решили, давайте сделаем. И мы там делаем эту работу. То есть до этого был вот такой домик. Мне осталось сделать сюда перегородки. До этого у нас был... Сейчас покажу еще одну работу. У нас вот такой миньон. Многие видели, да, напрямую. Сейчас То есть до этого мы лепили миньона. Это баночка с кофе. Она у нас уже распечатана декор, вот. мы на несколько дней выставляли у нас, ну, можно было посмотреть его в группе, а. то есть мы лепили вот такого миньона, это был подарок мужчине, Но этого лепили, да, ну что тут еще под рукой есть Еще из, из работ, что у нас еще было? Еще у нас был вот такой чеширский код. На самом деле, как бы работ примерно, мы э, делаем две работы в месяц, приблизительно две работы в месяц. На самом деле их где-то две, где-то меньше, где-то больше, все зависит от сложности. То есть их может быть три, если они небольшие. Если это что-то большое, то там, мы ее делаем, допустим, три недели и начинаем следующую. Одну работу заканчиваем, следом начинаем следующую. Потом еще следующую, еще следующую, еще следующую. Вот, получается, что вы приходите в клуб, платите по подписке полторы тысячи в месяц, ну вот так же, как обанплата за телефон, полторы да? тысячи в месяц. Во-первых, у вас есть все уроки, которые мы делали до этого, у вас сразу там 30 мастер-классов всяких разных э, в доступе, то есть можно их лепить. Вот, и тут же у нас параллельно еще идут какие-то уроки. Уроки примерно там, ну пару раз в неделю мы выходим в эфир и, ну бывает два раза, бывает три раза, бывает там, ну приблизительно два-три раза в неделю мы в эфир выходим. Плюс у нас к ВК Дана там есть еще чат, где также можно задавать вопросы. И если у кого-то что-то там возникает, какой-то вопрос, там Юля там покажет, то это я в свободном доступе. Я там или Дима, мы выходим в эфир и в эфире там отвечаем на вопросы. Ну, кому там что нужно показать, рассказать, такие текущие. Вот такой вот интересный клуб. Ссылка на ВК группу нашу есть в комментариях к этому видео. поэтому Приходите туда, будет у нас в клубе очень интересно. Все девочки, которые у нас постоянно на марафоны ходили, они просто туда зашли. И теперь все время у них обратная связь. Все время у них доступ ко всем к этим урокам. Уроков очень много разных. А с этой недели у нас в ВК-донатах стартует вот такая работа. Это будет пано. Формат пано. У меня рама со стеклом формата 20 на 40. Я буду делать вот такое пано с донатами примерно на две недели рассчитана эта работа. Лимоны будут лепные, листья будут лепные, цветы будет лепное, а все остальное будет сделано или рельефом, то есть техники рельефной жизни, что-то вот так. Ну, те, кто не знает, вот, это вот мастер, мы делаем такие точки лепесточки, лепесточки То есть часть работы будет лепка, часть работы будет роспись. Ну, лимоны видите, композиция будет немножко другая. Значит, с понедельника со вторника. Во вторник мы с группой рисуем уже эскиз. Дальше мы делаем рельеф, делаем роспись, лепим лимоны. То есть, у нас вот такая классная композиция будет. Так что, если кто-то хочет продолжить более углубленное изучение, то приходим в донаты. Ну, в принципе, все, что я хотела рассказать про кисточки. А кисточки. кисточки а... Кисточки разные, разные. Основная часть у меня в студии, есть что-то дома. По поводу кисточек, если вы только начинаете ну, и, или продолжаете, я всем рекомендую. Есть такая фирма замечательная "Рублев", которая называется. Если вы хотите, чтобы у вас была тонкая кисть, которая будет у вас все время классная, у нее будет острый кончик и она у вас не будет вот так пушиться как вот с этими, с основными кистями вот так происходит. То есть маленькую тоненькую кисточку я рекомендую всем купить колонок. Он не дешевый, он стоит больше тысячи, стоит вот эта кисточка. Вот. Но это кисть, которая у вас прослужит вам много-много лет. У меня есть кисти, которым там по 3 года, по 4 года вот именно колонок, вот такая тоненькая, и именно рублев. Она делает очень тонкие линии, все остальные, вся остальная синтетика, она пушится, они со временем волоски торчать в разные стороны, они пускаться. Если вы только начинаете, только-только прям вот вся остальная синтетика, они видите, он все равно край, у них ровный. Кисточки, это то, что тоненьких. У меня есть несколько таких кистей. И вот они у меня там уже по два года, по три года есть, которые по году. Один колонок и все тонкие линии на ваших изделиях, они будут идеальными. Везде, где нужно там подлезть, где нужно сделать тоненькие это кисть номер 1, самая дорогая, но она того стоит, потому что остальные все, вот, они, ну, вся синтетика, она не получается. А, потом, по поводу кистей, это, наверное, нужно отдельно в эфир. А, вот такие плоские полукруглые, это для цветочков, для, ну, если мы пишем, опять-таки, кисть для живописи. Заранее материалы, материалы, масса для лепки. Рецепт у нас в группе есть. Рецепт Дмитрия Руденского, масса для лепки. Краски стандартные, желтая, синяя. То есть, если вы приходите ко мне на обучение, стандартно вы покупаете желтая, красная, синяя, ну или маджента, да, вот роза. Синий, к... белила, черная, все. Мастихин, сейчас покажу. И мастихин, вот такой рыбка. Это первый номер, мастихин, это то, чем я пользуюсь. Первый сонет мастихин. Именно сонет, он более мягкий. Котлевка по дереву. Вот. Вообще пишите, если есть какие-то вопросы. Ага, звук, звук пропадает, но я микрофон убираю, он пропадает. Заранее пишите, если есть какие-то вопросы, можете ли мне писать, или в комментарии под видео пишите, я буду просто отвечать. Ну и также постами отдельно. Так, про кисточки. Давайте мы про кисточки отдельно. У нас, по-моему, есть в трансляциях. У нас где-то есть эфир про кисточки. Там можно еще. Ну все, час в эфире. Вопросы по краскам есть какие-нибудь или нет? Жду ваши все вопросы в комментариях. И на сегодня я тогда сворачиваюсь. Приходите, все ссылки есть на ВК и на под этим видео. Вот, подписывайтесь. И на следующей неделе нас ждут новые уроки, много интересного. Ставим колокольчик. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Пока-пока.